К другим темам. Сегодня в Новосибирской филармонии прошла репетиция новой программы симфонического оркестра. Напомню, недавно коллектив вернулся из гастролей по городам Китая и Испании. А уже завтра любители музыки смогут услышать в исполнении оркестра увертюру «Карнавал» чешского композитора Антонина Дворжака. Хорошо написанная, удачная увертюра великого композитора, и что, конечно, имеет смысл ее, она заслуживает исполнения перед публикой. Поэтому я ее поставил, имея в виду, что она редко исполняется в России, но не знал, что она вообще в Новосибирске не исполнялась. Также с февраля Новосибирская филармония присоединилась к всероссийской акции по продаже абонементов. Теперь слушатели могут приобрести билет, в который входит от 3 до 10 концертов на одну тематику, например, классика или джаз. Стоимость концерта по абонементу будет в среднем в 2 раза ниже, чем по обычному билету.